это студенческая зона, здесь ребята учатся, занимаются. So what we've done is we've pulled teachers from the IT sector, so more for kind of information technology, right? Software development, that type of thing. Инвестиции, политические науки, цифровая экономика. Because the degree actually focuses on how artificial intelligence impacts business. Many other luxury good companies that are headquartered here. Yes, even within this international experience at EU Business School, students still have even more options to add to their diploma, to kind of add to their CV as well. Женева, несмотря на свои небольшие размеры, занимает уникальное место в мировой экономике и финансах. Прежде всего, она расположена в сердце Европы, что делает ее удобным местом для ведения международного бизнеса. Рядом Италия, Франция. Если вы были в Женевском аэропорту, то знаете, что из центра города добраться до него проще, чем уехать в своем городе в соседний район. Женева — это, наверное, одно из уникальнейших мест вообще в мире. То, что здесь прилетаешь в аэропорт, и из аэропорта до центра Женевы, вот сюда, до вокзала, ехать 7 минут. Большинство европейских финансовых центров находится в часе двух лета. Лондон, Франкфурт, Мюнхен, Вена. Политический нейтралитет, высокий уровень конфиденциальности и развитой банковской системы привлек именно сюда множество международных организаций, включая Организацию Объединенных Наций, ООН и Международный комитет Красного Креста. Здесь проводятся международные встречи, конференции, различная дипломатическая активность, и Женева уже много лет играет роль мирового центра международных отношений. При этом город сохранил свою историческую идентичность: каменные мостовые, узкие улочки, величественные старинные здания. Старый город Женевы является свидетельством богатой истории города, которая насчитывает более 1000 лет. В этой части города находятся элегантные отели и частные резиденции, многие из которых датируются средневековьем и ренессансом. В старом городе находится множество музеев и галерей, музеи искусства и истории, музей реформации и дом Тавелла, Maison Tavel, образец гражданской архитектуры 14 века. Самое старое здание в Женеве, расположенное на улице Пью Сен-Пьер 6. Здесь же собор Святого Петра, Сен-Пьер, величественное готическое здание, которое начали строить в 12 веке и закончили в начале 13-го. Посетите собор и его археологический музей с подземными развалинами. А бонусом поднимитесь на башню, откуда откроется панорамный вид на город. Рядом площадь Бур-де-Фур, одна из самых старых и живописных площадей, где в прошлом собирались торговцы и ремесленники. Обязательно зайдите в здешние кафе, магазины и рестораны, чтобы прочувствовать атмосферу. Business School. Частная бизнес-школа, входящая в международную образовательную группу Omnes. У EU есть также кампусы в других городах. Посмотрите, например, мой недавний выпуск из Барселоны по ссылке в описании. За годы своего существования EU получила множество наград, а в 2022 году программа MBA вошла в число 40 лучших программ мира. В том же году программа MBA в Испании заняла вторую строчку в рейтинге Forbes. В EU на первом месте стоит изучение современных технологий, главных цифровых гигантов, исследования достижений в области обработки данных и рекламы. Благодаря практическим знаниям в бизнесе многие выпускники продолжают работать в ведущих технологических компаниях, включая некоторые из самых известных корпораций из списка Fortune 500. Какие еще аспекты изучают в EU? Управление персоналом, реструктуризация, бизнес-процессы, коммуникативные навыки, предпринимательство на локальном и международном уровне. Here on the Geneva campus of EU Business School, we offer bachelor, master, MBA, and doctorate programs. For our bachelor programs, they are 3 years in length. The specializations range from international relations, business administration,
business finance. We also have digital business. And our brand new newest major is actually a Bachelor of Arts in Artificial Intelligence. I want to highlight for you here two very important ones. Our newest master, which is done in collaboration with UNITAR, which is a training center of the United Nations here in Geneva. We're doing a master's in international relations and digital diplomacy. So super interesting program at the cross-section of business and diplomacy and international relations. We also have our MBA, again, different specializations. Probably our most popular one is global banking and finance, because here in Geneva, we're really in the heart of the financial capital. We're talking about private banking, we're talking about supply chain management, all those exciting topics right here in Geneva. Literally, the banking district is actually steps away from our campus. So we basically have two main programs that we do. One is called Learning from Leaders. This is just super exciting. These are high-level speakers, okay? We're talking about the chairman of Nestlé, which is headquartered right here in Vevey, all the way to other exciting entrepreneurs, but we're talking high-level, we're talking CEO. Our learning from leaders for that reason is in person but also streamed online, so our whole EU community can benefit from it, and our students are involved in that. So it's not just, oh, I have a speaker, they talk at me. No, it's our students are actually doing projects with these companies. So it's actually a step above, which is really amazing. Here in Geneva, we're 300,000. So it's much more accessible. So it might seem small in size and scale, but there's really important things happening here. And because it's a bit smaller, our students actually can get in the front door, which I think you'll agree is really amazing. So it's not as big as London or maybe a Frankfurt or maybe a Manhattan in New York City, but there are lots of opportunities here for our students and there's lots going on. Еще одна важная вещь, на которую я хочу обратить внимание, это центр выпускников EU. Эксклюзивная среда, в которой выпускники могут поддерживать контакты со своими одноклассниками и общаться с деловыми людьми по всему миру. Став активным участником, выпускник повышает свои шансы на карьерный и профессиональный рост. Здесь можно просмотреть специальный каталог, чтобы найти одноклассников, или посмотреть, кто работает в вашей отрасли или живет рядом с вами. В зависимости от того, ищете ли вы помощь или предлагаете ее, эта интерактивная платформа помогает определить ключевые контакты в интересующих областях. Здесь можно присоединиться к группам по интересам и размещать объявления о вакансиях в вашей компании, чтобы найти лучших международных кандидатов среди студентов и выпускников из EU. Студенты обучаются предпринимательству и обладают предпринимательской хваткой. Многие из выпускников создают новые или продолжают развивать свои компании. Какие области изучают в EU? Определение пробелов на рынке для дальнейшего развития. Тренировка критического мышления и креативности. Развитие коммуникативных навыков и изучение маркетинга. Изучают цифровой мир и проводят анализ данных. Изучают решение проблем и риски. И на глубоком уровне на курсах EU проходят финансы. Это основа программы бизнес-школы. Финансы являются фундаментальной частью любого бизнеса. Студенческая зона, здесь ребята учатся, занимаются. И там дальше классы. И показывается, какие предметы идут в расписание, чтобы вам немножечко так дать понимание о том, что здесь будет проходить. Вот, пожалуйста, у вас инвестиции, политические науки, цифровая экономика, создание портфолио, портфолио менеджмент называется предмет, ритейл менеджмент, мерчендайзинг, инвестиции. Да, это вот все будет сегодня с 12:30 до 5 вечера. I always tell students, like, it's the easiest place in the world to study abroad, right? Because studying abroad means you can go to a different EU campus in a different city, but it's the same programs, it's in English, it's, you know, it's the ideas you're already used to, you already feel as you're one within the EU community, but you get the opportunity to go to Munich or to go to Barcelona
or come to Geneva or study online. And that's what's so amazing, and that's such an easy step to take, right? Because you're within your community, your grades are transferring, your program is the same, but you get to experience for a semester or for maybe a year. International Summer School is an amazing program. It's offered only on our Barcelona campus for now. This summer, we're having 3 different groups, okay? So the most we've ever had, because it's a really popular program. There's a group that's coming in July. They stay for 3 weeks. Everything is handled in the sense that they have someone with them at all times. We arrange for their housing, they're accompanied. But it's true that it's like a little taste of what business school can be like. They do visits, they do all those things. They do fun things too, they do excursions. But these are for our high school students that they're getting closer and closer to university and they don't know what they want to do. July 7th, July 21st, and August 4th. Также у вас здесь вот в классе висит план, какие будут предметы проходить в эту неделю здесь, в этом кабинете. Международные отношения, цифровой бизнес, дизайн, репутационный менеджмент, бизнес-консультации, развитие лидерских навыков и управления. И, кстати, что мне сейчас сказали, здесь, в отличие от классических методов преподавания, здесь постоянно стараются следить за трендами. Что новое, что происходит в мире, как, чего. И мне говорят, что постоянно приходится приглашать новых профессоров, новых преподавателей, для того, чтобы успевать за тем, как вообще движется мир, какие нововведения, что происходит. То есть очень-очень динамичная программа обучения. So our teachers come from all over. Primarily they are working in their field, right? So because we really stress the practical approach here, a lot of our teachers, our professors, do what they teach, which, believe it or not, it can be a bit revolutionary. So for example, behind you, Alain Berset, he's one of our finance professors. Oh, where is he? He's directly in the classroom behind you. He's one of our finance professors. He worked for a long time here in the finance industry, both here and in Paris. Now he's doing his own consulting. He's got his own thing going, and he also teaches here with us. But actually, we actually have another finance professor, Professor Plummer, who's actually based in London because he's working there for Lloyds Bank of London, but he comes during the week to give courses as well. So we're really lucky to benefit from the expertise of these types of professors. Mm-hmm. But they come from all over the world, all different backgrounds, and it's really a great opportunity for our students to learn from them. So what we've done is we've pulled teachers from the IT sector, so more for kind of information technology, right? Software development, that type of thing. But we also have business professors who are looking at how, because the degree actually focuses on how artificial intelligence impacts business. Очевидно, что в Женеве множество банков, фондовых бирж, страховых и торговых компаний. Но город является одним из ведущих мировых центров торговли сырьевыми товарами, включая нефть, металлы и зерно. UBS, Credit Suisse, группа Pictet, швейцарская финансовая группа, Lombardier. Все это управление активами, частный банкинг, инвестиционное консультирование. Cargill International, одна из крупнейших частных компаний в мире, занимающаяся агропромышленным бизнесом. Ganwer Group, торговля сырьем, в особенности нефтью и нефтепродуктами. MSC – Mediterranean Shipping Company – вторая по величине в мире контейнерная транспортная компания, имеет также свою штаб-квартиру в Женеве.